Госдума окончательно запретила рассылку нежелательных СМС. По закону оператор должен бесплатно для абонента прекратить передачу коротких сообщений. Это не касается личных и неавтоматических СМС-ок. Кстати, до запрета 70% рассылок были уведомления банков, остальное — реклама магазинов, сервисных центров и перевозчиков. И все же теперь абонентам не стоит расслабляться при подписании договоров и анкет, не разрешать всем подряд СМС.